Аллаху Таала существует. Он существует, ибо если бы он не существовал, то остальные существа не появились бы. Потому что всякое творение имеет свое начало, когда он возник. И если бы не было бы Аллаха, Творца, который всегда существовал и который не имеет начала своего существования, то откуда бы появились вот эти существа? То есть для появления вот этих махлюкатов, для появления творений, для их сотворения необходим Создатель, Творец, который всегда существовал. Уджуд, существование является атрибутом Аллаху Тааля. Аллах есть, и Он нас сотворил. Это уджуд. Вот это все, что мы видим, происходящее на земле, как люди рождаются, как они умирают, как весной растут растения, потом они дают плоды, потом осенью погибают, как восходит солнце и заходит вечером. Вот эти все знаки указывают на то, что есть Творец, которым этим всем управляет. И это является Всевышний Аллах Таала. Если бы Аллах Таала не существовал бы, то вот эти существа не появились бы, ибо само по себе ничего не появляется. У всего есть как бы начало, его конец, и только Аллах один является и безначальным, и бесконечным.